что который приехал к вам из Кобрики, Андрей Кеша. Он покажет вам игрушку, обратная биологическая связь. Может быть, о насилии в преподавании, в педагогике, в воспитании, о насилии в медицине, о том, как мы навязываем свои схемы, о том, как мы, может быть, даже неосознанно толкаем наших клиентов, о том, как в воспитании мы навязываем какие-то форматы, и о том, как используем дисциплинирование, как бы это сказать, как дрессуру, в поисках чего-нибудь, что будет работать с импульсивными детьми, я обнаружил чудесную игрушку, волшебную игру с использованием биологической обратной связи. Механизма, который переводит наше умение управлять собой на язык игры. И сейчас я попробую ее продемонстрировать отсюда. Сейчас за меня немножко поговорит мой более знаменитый коллега. У меня очень мало времени, поэтому я буду сжимать то, что я предполагал сказать, за более длинный промежуток. Иногда я буду переводить свободно. Чего-то не ту звука. Речь идет о Дипаке Чопра. Известный популяризатор, доктор медицины, известный популяризатор холистического подхода к лечению медицинских проблем. В то же время усложненное, интересное оборудование. В этой игре вы можете творить чудеса, используя свои способности управлять своим телом. Это оборудование, через которое компьютер воспринимает физиологические изменения в вашем теле. Сенсоры, которые считывают показатели электрического сопротивления кожи, изменения кровяного давления и вариабельности сердцебиения. Такого рода игры, такого рода изменения происходят, когда вы расслабляетесь, фокусируете внимание, меняете свое состояние. Меняются цвета. В этой активности, когда у вас на руках эти сенсоры, вы можете расслаблением опустить золотой шар из рук в сердце. Компьютер ответит на ваше расслабление именно таким образом. Зернышко опускается в сердце, и дверь открывается. Для того, чтобы это произошло, вам нужно найти какой-то ключик, сделать что-то, что поможет вам расслабиться глубоко. А в этой игре, для того, чтобы жонглировать шариками, нам нужно активировать себя. Радостные мысли, приятные образы, которые возбуждают в какой-то степени, которые активируют вашу систему. Мудрые гиды, образы из сказок и мифов проводят вас через игру, поддерживая ваш интерес, любопытство, секреты. Ближе на карту. Уже вы можете сами судить о красоте, о привлекательности, о ритме. Танцуя и играя, вы познаете новые навыки. Помогая себе научиться управлять собой, быть в гармонии с собой. Thank you.
В общем, если есть смельчак, который осмелится попробовать расслабиться в присутствии аудитории, я могу вперед. Ну, кто-нибудь один. У меня немного времени. Я попробую успеть все-таки показать, как это происходит. Вдох, уменьшается время. Можно попробовать вместе с ними. Когда он попадает в нужный ритм. Отойдите, пожалуйста. Вообще игра требует немножечко терпения, спокойствия.